Идем за подберезовиками. Как говорится, налево пойдешь, клад найдешь, прямо пойдешь, смерть свою найдешь. А вправо пойдешь, царевича найдешь. Или царевну. Я всегда хожу за царевичем. И всегда первое нахожу грибы. Ну вот, сегодня одновременно нашли подберезовиков. Целое море. Они хотели сюда забегать. Но это их место. Пошли в другое место, где подберезовики растут. А они тут и растут. Только они все большие. А вот этот вот большой. Тот-то еще небольшой. А вот этот вот большой. Ну ладно. О, здесь и подосиновики у нас бывают иногда. Раньше было много здесь и подосиновиков вместе с подберезовиками. Но это круто. Хорошо, что ты сюда забежал. На самый край. Класс. Все. Большие, как ни странно, хорошие подберезовики. Суховатые немножко, но ничего. А вот этот вот вообще, наверное, хороший. Он маленький. А вот это мне уже начинает нравиться. Гриб небольшой вот этот. А этот совсем еще крошка маленький. А этот средний. Это камеру я так приблизила. Видео приблизила. О, это мне такое нравится. Не хотела сюда идти. В это подберезовое место. А здесь как раз мы и нашли много чего-нибудь. Вот подберезовик. Отличный. Этот хороший. Они сейчас чистые на этот раз сегодня. Ой, как хорошо. Не зря мы сюда забежали. Здесь они всегда бывают. И на этот раз они здесь есть. Здесь место не очень такое симпатичное, но грибы хорошенькие. О, какие подберезочки. И вон там еще один. О, они знатные. Симпатичные, только не снять. Вот он. Красавчик. Симпатичный. А этот уже обманщик. Опа. Такой вот устаревший. Ну ладно. Идем дальше. Вот такие здесь подберезовики. Они средние. Они довольно-таки чистые, хорошие подберезочки. Вот Саша подосиновик опять где-то там нашел. В стороне. А я пока... Вот это на выходе. Симпатичный, мы его пропустили под валежником. Странно, этот подосиновик вырос до дождей. Потому что дождь был вчера вечером, поздним вечером. Поздно вечером пошел первый дождь после жаркого сухого лета. И ночью был дождь. А сегодня сухо, ветрено и холодно. Вчера было 25 днем, а потом сегодня уже 13 днем. Мы еще вчера купались в озере. Красота! Хорош, но я думаю, что он не хорош. Вот. Посмотрим.